Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы ожидаем нашего дорогого клиента из Кабардино-Балкарии. Борис, он уже на поезде приехал у нас в город Сызрань. Сейчас, в принципе, мы ожидаем его, он приедет сюда к нам в Тольятти непосредственно, чтобы забирать автомобиль Lada Vesta в кузове седан, комплектация Comfort Winter, друзья, 2021 года, цвет Encore. Все необходимое дополнительное оборудование, которое просил Борис заранее, мы сделали, установили на автомобиль. Напомню, мы сделали тонировку задней полусферы, постелили коврики, салон и багажник, сделали полную антифризионную обработку автомобиля. Вот, и установили сигнализацию Starline, но без автозапуска. В этом видео вы увидите осмотр автомобиля непосредственно с клиентом. Я расскажу по комплектации и стоимости, естественно, автомобиля и дополнительного оборудования. Друзья, по внешней части автомобиля у нас с передней части противотуманные фары. Литые диски 16 дюйма на шине Matador 195-55R16. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова, они идут с повторителем. Ручки дверей окрашены также в цвет кузова. И сзади автомобиля у нас датчик парковки. По салону автомобиля на дверных картах присутствуют декоративные вставки. На торпедо также декоративные вставки серебристого цвета. Две передние подушки безопасности – это водителя и пассажира. Подогрев сидений идет трехуровневый. Штатная аудиосистема, 4 колонки, мультифункциональное рулевое колесо, функция круиз-контроля, обогрев руля, клавиши управления штатной аудиосистемой, обогрев лобового стекла, система ESP, центральный замок, кондиционер, 4 стеклоподъемника, бок управления наружными зеркалами, они с электроприводом и обогревом. Сиденье у нас полностью тканевого материала, присутствует подлокотник, и водительское сиденье регулируется по высоте вперед и назад. Дорогие друзья, знакомьтесь, Борис, приветствую еще раз, и Тамерлан. Они приехали с республики Кабардино-Балкария. Вот за прекрасным автомобилем, это Lada Vesta, кузове седан, комплектация Comfort Winter. Мы поздравляем вас с покупкой, прекрасной покупкой, поздравляем. Спасибо, ребят. Долгий путь проделали. Вот, стоимость автомобиля составляет 805 тысяч, 1000 рублей договор купли-продажи обошелся. Далее, тонировка задней полусферы 3000, обработка полная 4500, сигнализация без автозапуска, но с обратной связи Starline 12000, задние брызгалки 2000, ну, в принципе, вот и все. Друзья, поздравляем наших гостей, вот, недавно я тоже был в республике Кабардино-Балкария, прекрасная просто республика, красивая, добрые люди, отзывчивые, вот, поэтому поздравляем вас еще раз. Вот, друзья, пишите Viber, WhatsApp, либо Instagram, контакты в описании. Так все понравилось? Да, конечно, первое время так чуть было сомнение такое, но посмотрел отзывы, вот, все серьезно. Спасибо так, большое. Так я сказал, спасибо большое. Спасибо большое. Побольше вам. Клиентов вам. Спасибо огромное. А там будем советовать. Спасибо свои. Огромное. Так что, друзья, жду ваших заказов. До новых встреч. Пока.